Итак, на золотом лице сидели Мишки Гамми, Том и Джерри, Скрудж Макдак и три утенка. Выходи, ты будешь Понка. Понка села на такси и уехала к Сиси. А Сиси сидит на ветке и кричит, кому конфетки. Понка будет их считать раз, два, три, четыре, пять. Если Понка не придет, дядя Скрудж с ума сойдет. Чип и Дейл прибегут, в Жика с Гайкой позовут, а Рокфор несет цветы, значит, голей будешь ты! Но! Чебурашка прибежал, Голю у тебя забрал, Чебурашка мой кумир, он прочел «Войну и мир». Том первый! Князь Балконский шел на бал, и с собой на так... Поругались с женой, полдня не разговаривали. Через полдня подходит ко мне и говорит, ты хоть бы извинился. Ну, я говорю, ну, извини, дорогая, любимая, был неправ, прости меня. А она подбочинилась такая и говорит, да пошел ты нахер со своими извинениями. Ты кататься умеешь на велосипеде? Я? Да ты лох, вот садишься на велосипед и вот так, раз педальку, два педальку, раз педальку, запомнил ты, лошар. Где это видано, чтобы баба мужику указом была? Да. Ты что? Ты моду взяла поперек моего слова идти. Вот это верно. Я боюсь серьезных отношений. Ха-ха! Да я себе в зеркало не улыбаюсь от того, что серьезный такой. А то. Подумаешь. Да я себе столько невест еще найду. Точно. Любимая бабская игра. Угадай, почему я на тебя обиделась. А чтобы было еще интереснее, я с тобой не разговариваю. Мадам. Приношу извинения за недостойное вас поведение. Если в сфере ваших интересов все еще лежит половое сношение, без лишних формальностей, готов информировать вас, что... Один раз и молча. Ну что, попробуем? Я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу.